Елена Батурина. Самую богатую женщину России перестали искать. Самую богатую женщину России Елену Батурину, находившуюся в розыске, по постановлению суда Элисты перестали искать. Об этом ленте.ру сообщил инициатор уголовного дела против нее Эрсцел Манжеев. Он является финансовым управляющим брата Батурины Виктора в деле о банкротстве последнего. Постановление о розыске отменили после того, как Батурина предоставила в апелляционную инстанцию нотариально заверенное заявление о рассмотрении уголовного дела в ее отсутствии. По словам Манжеева, после этого суд Элисты направил уголовное дело о клевете для рассмотрения по существу в мировой суд. Елена Батурина, которая является вдовой экс-мэра Москвы Юрия Лужкова, и президентом компании «Интека», считается самой богатой женщиной России. Ее состояние оценивается в 1,5 миллиарда долларов. Батурина объявили в розыск в конце декабря 2019 года, после того, как она 5 раз не явилась в суд. Дело на нее завели после жалобы Манжеева. Он заявил, что президент Интека оклеветала его во время судебного заседания по делу о банкротстве Виктора Батурина в Австралии. По словам истца, Батурина объявила, что в отношении Манжеева в России расследуется уголовное дело, якобы связанное с незаконным доступом к ее средствам по поддельным документам. Финансовый управляющий подчеркнул, что эта информация не соответствует действительности.